добрый вечер, церковь. Давайте мы выйдем, примем нашу вечерю. Аллилуйя, Иисус. Принимай эту вечерю. Начинайте сразу настраиваться на эту атмосферу. Чему вы приготовите себя, то вы и получите. Насколько вы будете активны сегодня, настолько небо будет активно на этом месте. Аллилуйя. По возможности, церковь, отсоедините от себя все свои переживания, которые у вас были за этот день. Аллилуйя. Постарайтесь настроиться на ритм неба. На ритм неба. Аллилуйя. Мы те, которые сегодня открываем порталы. Мы те, которые сегодня сражаемся за действие неба на этой земле. Мы те, которые сегодня стоим в проломе и хотим увидеть сегодня действие неба, его силе, его славе. Потому что мы и есть церковь. Церковь живого Бога. Слава должна идти по максимуму. Движение должно идти по максимуму. Атмосфера должна меняться по максимуму вокруг нас. Аллилуйя. Атмосфера, в которую приходят ангелы. Атмосфера, в которую приходит небо. Аллилуйя. Аллилуйя. Настройся. Настройся. Мы сегодня будем стучать в небеса. Мы сегодня будем открывать небеса. Мир ждет этих небес. Люди ждут, когда поднимутся те, которые смогут сегодня нести славу небес. Аллилуйя. Мы носители славы. Мы носители огня. Мы носители силы. Наша задача сегодня поверить в это и реализовать это на этом месте. Ты тот, который видишь небеса. Ты тот, который реализуешь небеса на этой земле. Забудь про все. Настройся на небо. Поймай эту волну. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Дух Святой. Я даю тебе свой разум. Моя душа принадлежит тебе. Мое тело принадлежит тебе, Дух Святой. Я вступаю в эту сферу через имя моего Господа Иисуса Христа, через Его кровь, кровь завета. Вступаю туда, где я могу произвести действие неба на этой земле. О, Дух Святой, овладей нами! Овладей нами! Халилуйя! Халилуйя! Этот ритм неба! Этот ритм неба! Открывающий порталы! Сводящий огонь! Являющий силу! О, Дух Святой! О, Дух Святой! Настрой меня на этот ритм, на это движение. Овладей мною. Сделай
атмосферой, атмосферой Твоей славы. Произведи это единение. О, Иисус, мы будем Тебя есть сегодня, и мы будем Тебя пить сегодня.
живущих в твоем огне. Мы поколение славы. Мы поколение огня. Мы поколение силы.
идите и говорите, что Царство Небесное приблизилось к вам. Больных исцеляйте! Бесов изгоняйте! Идите и говорите, что Царство Небесное приблизилось к вам! Больных исцеляйте! Бесов изгоняйте! И говорите! Царство Небесное приблизилось к вам! Больных исцеляйте! Нашего Бога. Кто есть наш Бог? Чудеса Бога.
Мы так устали от этой религии. Мы так устали от этой мертвой атмосферы, которая не может явить тебя. Мы так устали от этого маразма. Мы устали видеть, что на твоем месте находится какой-то истукан своим именем. Мы так устали видеть, что на месте невесты находится какая-то самозванка. Мы сегодня встаем в нашей ревности. Встаем в нашей ревности, чтобы той силой, которая находится в нас, смести всю эту дрянь с этой земли, которая заворачивает мозги людям. Подними это поколение. Поколение твоих пионеров. Поколение твоих реформаторов. О, поднимается поколение его славы. Войди в эту атмосферу и узнай, кто ты. Кто ты в нем сегодня? Что ты сегодня творишь в нем на этой земле? Узнай! Кто ты? Кто ты? Кто ты? Сын и дочь живого Бога! Кто мы? Почему земля стонет, когда на ней растут дети Бога живого? Земля стонет. Почему земля вопиет? Где дети живого Бога? Где сила живого Бога? Где слава живого Бога? Почему земля вопиет? Почему она стенает? Где твоя ревность, сын и дочь живого Бога? Неужели ты не слышишь стоны всей земли? Неужели мелкие проблемы захламили твой разум, закрыли твое естество? Услышь вопль земли, вспомни, кто ты есть. Вспомни, кто ты есть. Религия насилует людей, уничтожает поколение за поколением, уничтожает судьбы людей. Сын и дочь Божий, поднимись сегодня, поднимись сегодня.
Очнись, христианство! Очнись, христианство! Мы должны стучать сегодня в небо! Мы должны сегодня стучать в небо! И говорить: Отец! 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 Откройся этой земле! Откройся этим нуждающимся! Мы пойдем и скажем, что Царство Твое приблизилось к ним! Мы исцелим все болезни! Изгоним всех бесов! Дети Бога, у нас есть наша миссия. У нас есть наша миссия. Это Его воля. Это Его желание! Стань Его волей! Стань Его желанием! И скажи Ему: вот я, Господь, вот я. Я Тебя не знаю, но Ты меня знаешь. Вот я. Аллилуйя, Иисус. Иисус, вот мы, Господь. Вот мы. Аллилуйя. Земля ждет Твоих детей. Вот мы. Мы носители Твоего Царства. Носители Твоей силы. Духовная атмосфера принадлежит нам. Вот мы. Вот мы, готовые сегодня идти. Твоей силе создавать атмосферу, захватывая землю Твоей атмосферы. Мы и есть Твоя воля. Мы и есть Твое желание. Мы и есть Твоя слава. О, Дух Святой, возбуди. Возбуди в нас ревность! Возбуди в нас ревность по погибающему миру, по изнасилованным душам. Подними в нас ревность! Подними в нас ревность! Из этого дома и зальются потоки Твоей славы. Пусть из этого дома и зальются потоки Твоей славы. Дом Твоей славы.
здесь, а Твоя слава. Yeah.
сегодня бросает церкви вызов. Люди этого мира бросают церкви сегодня вызов. Есть единственное на этой земле, которое может сегодня стать пролом за нации. Есть единственное на этой земле субстанция, которая может произвести битву за нацию. Это церковь самого Господа Иисуса Христа. Голос. Возьми свою силу и выйди на эту войну. На эту войну за целое поколение, которое уничтожает дьявол. Отвлеки от своих мелких проблем. Тебя зовет поколение. Тебя зовет поколение. Тебя зовут твои дети, которых уничтожают наркотики. Тебя зовут твои дочери, которых уничтожает проституция. Это твое поколение, церковь. Это твои дети, церковь! Единственно, у кого сила встать в пролом за свою нацию, это ты, церковь! О, приготовь свой голос! Что ты станешь пролом за свою нацию. Ты станешь пролом за свое поколение. Воин, выйди сюда вперед, воин! Это будет
битва за твое поколение и за твоих детей. Твое место – это передовая. Твоя позиция – это бой. Принимаешь ли ты этот бой? Нам нужна твоя сила. Нам нужен твой огонь. Мы выходим в войну за наше поколение. Мы выходим в эту войну за наше поколение. Поднимаются те, кто могут открыто сказать дьяволу: убирайся вон. Поднимаются те, которые могут заявить себя в рабство. Будьте разрушены во имя Иисуса Христа. Поднимаются те, которые могут сказать наркотикам: убирайтесь от нашего поколения. Охваченными Духом Святым, войдя в эту атмосферу, мы производим уникальные действия, высвобождая ангелов на эту землю, высвобождая его огонь на эту землю. Земля начинает дышать. Земля начинает дышать. Потому что кто-то здесь сводит славу неба. Потому что кто-то здесь ревнует о Царстве Небесном. Потому что кто-то здесь, кому не равнодушна судьба сегодняшнего поколения. Потому что кто-то здесь, который готов оставить все. Без капельки раздумия рвануться в этот бой. Все апостолы Иисуса Христа, кроме одного, были мучимы, были уничтожаемы, потому что земля носила 12 людей, 12 парней, благодаря которым она могла дышать. 12 парней ходили по этой земле, которые освобождали ее, которым не было безразлично. Сколько нас? Сколько нас сейчас? Ой, аллилуйя! Сколько нас сейчас? Земля в таком положении должна цвести в Царстве Небесном! Церковь, это вызов! Это вызов! Это вызов! Ищи нас!
голос сегодня за тех, кто болен. Наш голос за тех, кем овладевает сегодня бес. И прокаженные очищаются, и хромые ходят, и больные исцеляются, и мертвые воскресают. Халилюя. И бесы шарахаются. Куштали вас. Кусим полемыш. Церковь, это ревизия. Ревизия всем. Ой, Бог спрашивает сегодня. Так кто ты? Ответь себе на вопрос сейчас. И именно сейчас, не завтра. Сейчас. Кто ты? Ты сын и дочь живого Бога? Так ты сын и дочь живого Бога. И если ты сын и дочь живого Бога, то твоя сущность – это Его слава. Твоя сущность – это Его огонь. Твоя сущность – это Его воля. И когда это собирается вместе, небеса приходят. Небеса приходят. Есть те, которые не безразличны. Есть те, которые слышат этот вопль. Вопль нации. Вопль погибающей нации. Есть те, которые не безразличны. Ты супаришь. Есть те, которые слышат этот голос. Голос призвания. Дети плачут. Дети плачут. Кисура ваша туса. Кира ваша туса. Твой голос сегодня имеет вес. Твой голос сегодня имеет силу. Кисура ваша туса. Мы высвобождаем этих ангелов именем Иисуса Христа. Мы высвобождаем эту атмосферу на тех, которых сегодня молятся с нами онлайн. Атмосфера неба. Тяжелая атмосфера неба. In the name of Jesus Christ, heal us.
церковь, воздайте славу Богу. Воздайте славу Богу. Аллилуйя, Чизус. Наш Бог живой, церковь! Ходи в Его присутствии. Это мое желание. Аллилуйя, Иисус.